народе души. Именно так говорят о произведениях известного композитора, народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова. И сегодня мы поговорим о его творчестве. Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1952 года в семье известного тариста Бахрама Мансурова. Судьба будущего композитора была предопределена от рождения. С раннего детства он начал увлекаться музыкой. В каждой семье к музыке было другое отношение совсем. Люди, обыкновенные люди, себя никто без музыки не представлял. Они, понимаешь, любили вот музыку. К нам там очень много иностранцев приезжали, приходили, музыканты абсолютно разные, дирижеры были, и музыковеды были, и композиторы были, в общем, всякие, в общем, музыканты, европейские, из СССР, потом из Европы, из Америки. И они когда приезжали, вот я, отец все время меня звал, я сидел рядом с ним. И вот он как бы приобщал нас тоже ко всему этому. Когда я уже учился в Асар Зейналы, я начал сочинять музыку. То есть я где-то начал сочинять, 15-16 лет не было. Вот тогда начал сочинять какие-то песни. И почему-то мне все время хотелось, чтобы вот я сочинял такого плана музыку, чтобы как они были популярны потом в дальнейшем, такие же, как песни Пол Маккартнова, Битлз там и так далее. Вот это все сыграло в будущем уже то, что сегодня видите перед собой Эльдара Мансурова, это вот фактически вот благодаря всему этому я где-то стал Эльдаром Мансуровым. Окончив музыкальное училище имени Асафа Зейналлы по классу фортепиано, Эльдар Мансуров решает заняться фотографией и операторской деятельностью. Параллельно он занимается музыкой и играет во многих музыкальных ансамблях. Пошел работать в госансамбль танца пианистом, потом в хореографическое училище пошел работать, потом в оперном театре работал. Там, где нужно было играть на фоно, я считаю так, в Баку нет такой точки, где бы я не работал. Я был пианистом, везде играл. Проработав в разных местах, Эльдар Мансуров решает поступить в институт. Вначале он выбирает театральный, но любовь к музыке с каждым днем растет, и он уже не мыслит себя без нее. Тогда Эльдар решает бросить обучение в театральном институте и поступить в Азербайджанскую государственную консерваторию на класс композитора. Честно говоря, уже как пианист я уже 2 года так играл, ну классику не играл, пальцы уже не бегали. Я решил, наверное, давай поступлю на композиторский, это легче всего. А получилось труднее всего. Мне просто повезло в том плане, что я попал в консерваторию на композиторское отделение. Мне повезло то, что у меня был хороший педагог, Чердат Исмаилович Качиев. После обучения в консерватории Эльдар Мансуров отправляется в армию, где продолжает заниматься музыкой. Несмотря на то, что Эльдар Бахтиярович – клавишник, в армии он начал играть на трубе. По возвращению Эльдар Мансуров начинает заниматься преподавательской деятельностью. Он обучал детей музыке сначала в обычной музыкальной школе, затем в Республиканской гимназии искусств, музыкальном училище имени Асафа Зейналлы, педагогическом университете и консерватории. Наравне с преподаванием Эльдар Мансуров в разные годы работал и музыкальным редактором. В гостелерадиокомпании дошел до должности главного редактора музыкальных передач. А также попробовал себя в доме звукозаписи в качестве звукорежиссера. И тут тоже признание таланта. Он дослужился до главного звукорежиссера. Большей части жизни я работал на Азербайджанском телерадиокомитете.
То есть я там и на радио работал, музыкальным редактором, и на телевидении работал. У меня были передачи, правда, я сам не вел, но я был редактором этих передач. Например, на СТВ у меня была передача «Место встречи изменить нельзя». Такая передача была в 94-м, 93-м, до 95-го года вот так. Потом была такая передача «По ахшам», тоже на СТВ была. А сейчас вот из последних этих самых передач моих я мог бы отметить передачу «История азербайджанской эстрады», то, что я с Тофиком Сансоем, ведущим и прекрасным певцом, мы с ним вели эту передачу об истории азербайджанской эстрады. Еще будучи учеником музыкального училища, Эльдар Мансуров стал увлекаться рок-музыкой. Данное увлечение сильно повлияло на его становление как музыканта. Он был участником многих рок-групп, играл на рок-фестивалях, написал рок-оперу «Семь красавиц» и поставил два рок-балета «Клеопатру» и «Олимп». Также был руководителем и участником группы «Тач». Я, значит, в 68-м году я построил музыкальное училище. Учился Октай Кязимова. Он преподавал нам гармонию тогда. И Октай Кязимов как-то услышал мою игру. Значит, мне сказал, что ты знаешь, у меня есть в одном из клубов в Баку, есть у меня этот самый группа. Мне там клавишник нужен. Ты сыграешь у меня? Я говорю, с удовольствием. Я пришел, когда пришел туда, увидел ребят, значит, эксперимент ОКАХ. Первый фестиваль наш был Бакинского университета, было 51 год. Весь молодой бамонт Баку был там. Со всех институтов, со всех вузов, значит, были рок-группы, все там выступали. Это было что-то, словами не сказать. Помимо музыки, Эльдар Мансуров много лет занимается и наукой. Его труды о Мугаме не раз публиковались в научных изданиях Франции, Германии и России. Как музыковед, Эльдар Мансуров впервые выступил с докладом на международном симпозиуме в Самарканде в 1987 году. Что касается классического творчества, то в послужном списке Эльдара Мансурова 5 симфоний, 2 симфонические поэмы, концерт для скрипки с оркестром, симфонический мугам «Махур Хинди» для тара, а также множество произведений для инструментальных и камерных ансамблей, а также сочинения для хора. Вместе с этим его музыка звучит во многих фильмах, мультфильмах и театральных постановках. У меня всегда были такие режиссеры, я всегда им признаюсь своей благодарности в том плане, что они никогда не заставляли насильно. Вот я хочу это, вот это, вот это сделаешь. Нет. Я, например, часто им говорю, что хотите музыку, чтобы я писал, расскажите мне, о чем ваш фильм. Я пишу музыку, я им говорю, музыка готова к фильму, а фильм еще не начали снимать. Я говорю, давайте я напишу вам, да, музыку, вы послушайте музыку. Если вам понравится, вот, на мою музыку и снимайте свой фильм. Это один из этих фильмов яркий, такой «Бахтузии». Потом Хафиза Фатуллаева фильм был «Тюльпан Зазимзада». «Из горы в огне очищение». Потом был фильм такой Рошан Алмурадова «Бремя» называется этот фильм про Мусанагиева. Ki bu dünya,
Эльдар Мансуров работал со многими исполнителями. Его песня популярна не только у нас в стране, но и за ее пределами. В свое время я, честно говоря, со многими известными работал специально. Это Акислав Заде, Флора Керимова, Ялчина Зазада, Мирза Бабаева, Эльмира Рагимова. Еще потом более молодое поколение, вот по сравнению с ними, там же Бриллианта Дашева, там Ферангиз Рагимбекова, потом уже Севикачева, там потом же Айкин Казимова и так далее. Вот, вот это поколение. Сегодня тоже есть молодые исполнители, с которыми я работаю. Одним из последних крупных проектов Эльдара Мансурова является симфорок «Мугам Бахраname», посвященный памяти его отца, известного азербайджанского тариста Бахрама Мансурова. Партию на таре в данном произведении исполняет брат Эльдара Эльхан Мансуров. С 1981 года Эльдар Мансуров – член Союза композиторов СССР и Азербайджана, а с 1999 года – член Союза кинематографистов. В 2005 году Эльдар Мансуров был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств», а в 2007 году был избран секретарем Союза композиторов Азербайджана. В 2012 году Эльдар Мансуров был удостоен звания «Народный артист Азербайджана». И все же узнаваемая музыка Эльдара Мансурова по праву носит звание мелодии души. Потрясающий музыкант, выдающийся композитор, талантливый преподаватель и видный музыковед. Он всю свою жизнь посвятил музыке и помогал становлению молодежи. Также он сыграл огромную роль в популяризации известного фестиваля «Золотая осень», стартовой площадки для многих популярных сегодня исполнителей. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. До новых встреч!